Наработка днища. С завода тут остаются вот такие незаделанные швы, щели, которые можно вот так заделывать автопластилином, вот такой шовной мастикой. Перед этим надо обработать щеткой, скотч-брайтом, пройти обезжиривателем. Также вот эти закрытые заглушками открываем щелки и то же самое обрабатываем. Все то, что на заводе не доделано, есть смысл защитить от этого подвеска. Лучше работать не станет, но кузов будет более защищенным. Приступаем к работе. Вот примерно что получается. Вот эти вещи, сливы из короба. Их тут несколько штук на коробе. Замазывать не надо. Поскольку влага и вода, что попадает в короб, она должна беспрепятственно выходить, если такое случится. Вот этот сливчик. Такая как бы щель.